Какова скорость света в темноте? Сопротивление воздуха в толще Земли каково? Сколько мы можем выдержать, не задерживая дыхание? Я лично трижды чемпион по этому делу. Мой рекорд 75 лет. Один мой товарищ однажды продержался 101 год. Чем бы мне звезды в отсутствии рук потрогать? И откуда вокруг столько космоса? Куда подевали весь воздух и свет? Куда спрятали время? Кто украл? Куда бегал? Что спрятал и как? Как трагик в провинции единственную ногу. Подошли, потыкали посохом и спросили: «Как твое имя, зверек?» Я ответил: «Нас зовут Ревелю». Левая нога родилась елочка, правая нога, спроси у ясеня. В стороны вперед руки палочки, красные мои волосы, как листья осени. Тело мое, как лето дерево, телесность моя, как литейская деревянность. Телеология, как литература и дендролатрия. Птицы моей головы гнезда бросили. Думаю о своем теле, как о детском дереве, на которое залезал и построил там тайный дом. Кто мы, мальчики? Куда мы хотим? В дом на дереве. И думаешь, а когда мы туда не выйдет то, что должно выйти из того, из чего оно должно выйти должно, у меня ничего не выйдет, едва ли скорее оно выскочит непредсказуемо из криво какого-нибудь переулка на перерез, ярко-белого лево направо, человекоукладочный джаггернаут, и покажет меня по всем каналам, во все небо цветной телевизор, пламенная панель во весь глаз. И увидев, съедят и поблагодарят меня самые, очевидно, невероятные в мире животные. А сразу по завершении программы времени начнется Губкино восхождение. Эйн, свей, дрей, славяне, началась война. В атаку ордена безначального слова, быстро развертывающееся подразделение славянских существительных, славянское овесное стадо, я твой жестокий пастырь. Запечатлеваю отеческие перкускулы на звонких спинах солдат. Мгновенно, Максим, ползенно, Вадим, солденок упал один, а вот... Слово «смерть» по имени Афанасий сцепилось со словом «любовь» по имени Павел. Победила дружба. Пуля, попавшая в существительное, его десубстантивирует. Откроешь на малой словарь, а там сколько глаголов.